добрался я сюда автостопом, пешком. Здесь живут вообще такие хорошие люди, гостеприимные. Сразу в гости позвали, чаем угостили, переночевать оставили. Здесь природа вообще отличная, только погода очень часто меняется. То солнце, то вдруг дождь. Ассалам алейкум. Сейчас мы находимся в селе Чемихыр Куравского района. Село это образовалось примерно в 10 веке. Старое село. И находится в 13 километрах от селения Курах районного центра. Соседствует с селениями Хпеч с юга, с севера с селением Урсун. У нас 70 хозяйств. Жителей 400. Территория села всего 2050 гектаров. Люди занимаются в основном сельским хозяйством, растениеводством, животноводством. Здесь живут люди очень чистосердечные, благородные, трудолюбивые люди. Вот такой зил есть на ходу. Вот такая здесь красота. А это старинная мечеть у них. Заходим в мечеть. Кто родом? Да, папа, кто же? Это у них раньше была сигнальная башня, которой они подавали сигналы, дым, чтобы знали об опасности. Такие вот красивые виды. Такие вот здесь улочки интересные, дома из камня, везде горы. Вот, вот это у них сушится кизяк, это как навоз животных, и зимой они топят печки кизяком, потому что с дровами здесь сложно. Дров не бывает, а если есть, для постройки и очень дорогие. Это у них родниковая вода, с гор течет, питьевая. Слушай. Та, национальный инструмент. Как он называется? Кфил по-нашему, а так дудук. Thank you.
Может, дети у вас есть? Да, двое детей, жена, я. А дети где живут? Дети живут в городах. Дочка в Москве, сын в Краснодаре. Я с женой живу здесь. Приезжают? Да, часто приезжают. Мы тоже в гости едем. Все ладно, все в порядке. Сарайлись, Гияр. Так, собираюсь через хребет пешком перейти в Акульский район. Наше село находится над уровнем 1500 метров. На высоте 1500 метров. Самая высокая вершина из наших территорий, вот это при тумане. Это называется Яран-Кукуш. Яран-Кукуш по-нашему. Какая у нее высота? Высота где-то будет 2 километра 400 метров над уровнем моря. Все. Я на Беркуте. Это Беркут Мухаббита. Луч Мухаббита. Я гостил у Эдика. Он принял меня гостеприимно. Сейчас отправляюсь дальше. В Агульский район, через перевал, пешком пойду. Иду пешком с Куракского района в Агульский район. Один, без гидов. Есть тут у меня такая палка, посох и опираться. И просто отмахиваться от собак или волков. Но говорят, волки не нападают на людей. Но собаки вот могут. Вот. На канал я выкладываю видео просто для души. Никто меня не спонсирует, никто мне за это не платит, рекламы у меня нету. Я делаю это просто так, для себя. Так что не подумайте, что я какой-то блогер, что заинтересован в этом. Нет, я буду выкладывать видео, это все равно. Путешествую я без денег. У меня в основном отложены деньги только на визы, чтобы некоторые страны преодолевать, визы покупать. А так мне практически не нужны деньги. Люди помогают. Благодаря людям я и совершаю эти путешествия. Я уже час иду пешком. И встретил я, видите, там женщины на летнем пастбище. Что-то собирают. Представляете, они в такую гору сначала залезли, вот снизу, и потом в жару, в любую погоду собирают там траву или что-то полезное, не знаю. Вряд ли они молодые. Встретил вот такого коня или лошадку. Иду я уже не знаю сколько времени. Жарко, кофту убрал. А вот это вдалеке летнее пастбище. Интересно, кто-нибудь там сейчас живет или нет. Сейчас дойду и посмотрю.